Всем привет! Вашему вниманию предлагается короткий и очень рабочий комплекс для иммунитета, детокса, быстрого приведения себя в порядок. Большое преимущество данного комплекса в том, что для того, чтобы он заработал, не надо выполнять упражнения прям на 110%. Достаточно наметить форму настолько, насколько позволяет тушка, скажем так. Потому что когда мы болеем, когда мы кашляем, ломота температура, то тут сильно не до физкультурных каких-то экзерсисов. В общем, для ослабленного тела подходит очень хорошо. Начинается все лежа на животе. Можем руки под голову. Делаем вдох. И выдох. Вдох, лоб на пол, руками тянемся вперед. Выдох, руки ставим возле головы и вот так вот себя аккуратненько приподнимаем. Можно чуть-чуть ладонями оттолкнуться, чтобы локти оторвались, плечи чуть вниз. И отсюда вдох, ложимся, руки вперед. Выдох, руки к себе, поднялись. Вдох, ложимся, руки вперед. Выдох, руки к себе, поднялись. Вдох, ложимся, руки вперед. Выдох, руки к себе, поднялись. И здесь замираем на какое-то время, дышим, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, ложимся, руки вперед. Выдох, руки к себе. И опять поднялись. Вдох, ложимся, руки вперед. Выдох, руки к себе. И поднялись. Вдох, ложимся, руки вперед. Выдох, руки к себе. Поднялись. И еще замираем. Дышим здесь, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, ложимся. И выдох, поднимаемся на четвереньки. Вдох, садимся пятками, тазом на пятки. Ставим лоб на пол. И выдох, очень аккуратно, насколько получается, отталкиваемся ногами и накатываемся на голову. Вдох, возвращаемся обратно, садимся на пятки. Выдох, поднялись. Вдох, опускаемся на пятки. Выдох, поднялись, накатываемся на голову. Вдох, опускаемся на пятки. Выдох, и еще раз накатываемся на голову. И здесь замираем, дышим, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох и выдох. Вдох, опять опускаемся на пятки, выдох, накатились на затылок. Вдох, опускаемся на пяточки. Выдох, накатываемся. Пусть это будет не глубоко, вот так вот. И еще раз вдох, садимся. Выдох, накатываемся на голову. Дышим, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Вдох, опускаем таз на пятки. Выдох, поднимаемся. Положение на колени. Вдох, поднимаемся. Руки ставим вот так вот, обхватывая ребра. И выдох. Грудью тянемся вперед. И локти заводим чуть назад. Отсюда вдох. Чуть-чуть скруглили спинку. Локти вперед. Выдох. Опять грудной прогиб. Грудью потянулись вперед. Вдох.
Выровнялись, можно чуть-чуть наклониться вперед, локти вперед. Выдох, руки скользнули назад, грудной прогиб. Голову не бросаем, голову держим. И еще раз вдох. Локти вперед, маленькое скругление спины. Выдох, протянулись грудью вперед. Замираем здесь, дышим, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, опять поднимаемся, чуть-чуть скруглили спинку, локти вперед. Выдох, обратная волна, руки назад, грудью потянулись вперед. Вдох, еще раз, локти вперед, скругление спины. Выдох, скругление груди, потянулись грудью вперед. И еще раз вдох, локти вперед. Выдох, локти назад, руки скользнули по ребрам. Опять замираем, дышим, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Вдох, разбираемся. И руки ставим перед собой четвереньки. Выдох, подставляем себе ножки. Остаемся в таком положении, со скругленной спиной. Тут можно ножки согнуть в коленях. Вдох, руки ставим на бедра. И чуть в спине прогибаемся. Выдох, руки скользят под коленные изгибы. И тянемся головой, насколько получается, к коленям. Я специально упрощаю. И отсюда вдох. Руки скользнули вперед, прогнулись в спине. Выдох. Потянулись лицом к коленям. Вдох, опять прогнулись в спине, руки на коленях. Выдох, руки скользнули на икры и потянулись лицом к коленям. И еще раз вдох. Развязались, прогнулись в спине. И выдох, руки скользнули под коленные изгибы. Потянулись лицом к коленям. Тут замираем, дышим, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Руки скользнули на колени вперед. Опять в спине прогнулись. Вдох. Выдох. Руки идут на заднюю часть ног. Лицом опять потянулись к коленям. Вдох. Поднимаем голову. Руки вперед. На колени прогнулись в спине. Выдох. Руки идут назад. Потянулись лицом к коленям. И еще раз вдох. Прогнулись в спине. И выдох. Потянулись лицом к коленям. Пытаемся теперь ножки довыпрямить. И дышим тут вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Садимся на корточки. Выдох. Ножки вперед. Вдох. Чуть-чуть смещаемся вперед на коврике. И выдох. Укладываем спину на пол. Вдох. Разворачиваем руки ладонями вниз. И выдох. Отталкиваясь ногами, накатываемся на плечи. И отсюда три движения. Вдох. Опускаем таз на пол. Выдох. Поднимаем таз. Вдох. Опустили таз. Выдох. Подняли таз. Вдох. Опустили таз. И выдох. Поднимаем таз. Хорошо толкаемся ногами. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Вдох, опускаем таз на пол. Выдох, подняли вверх. Вдох, опускаем таз на пол. Выдох, поднимаем вверх. И еще раз вдох, опускаем таз на пол. Выдох, подняли вверх.
Замираем, держим форму, дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. И выдох. Вдох, опускаем таз на пол. Выдох, берем себя за ножки. И вот такой перекат. Оп, и садимся ровненько. Вдох. Чуть смещаемся к ногам. И опускаем почки на пол. Стоим на локтях вот так вот. И выдох, откатываем таз от себя. Раскрываем живот, грудь, голову, не роняем. Максимально грудью тянемся вверх. То есть такой делаем полумостик. Дышим, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Держим еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще держим вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И последние три. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Вдох. Укладываем почки на пол. За ножки взялись. И выдох, перекат. Положение сидя. Здесь можно ножки чуть согнуть в коленях. Вдох. Поворачиваемся направо. И выдох. Поворачиваемся влево. Вдох. Еще раз вправо. Выдох, скрутка влево. Вдох, поворот вправо. Выдох влево. Вдох, поворот вправо. И выдох влево. Здесь замираем. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, поворачиваем корпус к центру. И выдох, руки укладываем вперед. Вдох. Поворот влево. Выдох, поворот вправо. Вдох, поворот влево. Выдох, поворот вправо. Вдох, поворот влево. Выдох, поворот вправо. Замираем, доворачиваем голову, дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Вдох, поворачиваем корпус к центру. Выдох. Четвереньки. Ой, вернее, корточки. Вдох. Четвереньки. Выдох. Ложимся. Вдох. Руки перед собой. Вот так вот локтями вперед. Раскрыли животик. Растянули. И выдох. Руки к себе. Грудину на пол не ставим.
Ножки вместе, дышим, вдох, выдох, вдох, выдох, плечи назад, вдох, выдох, 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 вдох, опускаем руки на пол, лоб на пол, выдох, четвереньки и корточки, вдох, садимся, выдох, ножки вперед выталкиваем, можно чуть ноги тоже согнуть тут в коленях, вдох, грудной прогиб и выдох, тянемся, насколько получается, лбом к коленям. И отсюда движение три раза. Вдох, поднялись, грудной прогиб, потянули грудью вперед. Выдох, скругляемся, лоб к коленям. Вдох, поднимаемся, грудной прогиб. Выдох, скругляемся и лбом тянемся к ногам. Опять вдох, поднимаемся, грудной прогиб. И выдох опять. Тянемся лицом к ногам. Тут замираем, дышим, вдох, выдох, вдох, выдох, и вдох, выдох. Вдох, ныряем как бы вперед, грудной прогиб, выдох, ложимся на ноги, вдох, грудной прогиб. Выдох, ложимся на ноги или просто лицом тянемся к коленям. Вдох, поднимаемся, грудной прогиб. И выдох, ложимся на ноги. Можно руки положить на стопы. И здесь дышим. Вдох. Выдох. Пусть это будет вот так вот. Вдох. Выдох. Но вы понимаете, что это ваш предел. И вдох. И выдох. Вдох, поднимаемся. И выдох. Ложимся на коврик. И расслабляемся. Ножки не скрещиваем, ручки не скрещиваем. Минут 5 лежим. Восстанавливаем дыхание. Данная серия делается один раз в день. Как показывает практика, обычно 2-3 дней выполнения этой штуки достаточно, чтобы убрать острую фазу любого простудного заболевания. Я специально показывал упражнения в упрощенной форме. Данный комплекс специально предназначен для людей, которые обычно не тренируются для себя. То есть среднестатистический человек, который просто заболел, может применять эту штуку достаточно успешно. Спасибо за внимание и не болейте!